А это же мы вас видели, наверное. Меня. Возле церкви-то мы разговаривали. Стояли. Да. Вот я и узнал. Чего? Меня. Да. Вы же еще, когда кого-то подъехали. Да, я еще соцработник вы, да? Еще? Да. Нет, я сейчас уже не соцработник. Все. Умер дед, да? Да. Он помер. Я же на пенсии, в конце концов. Че я буду ходить? Ну, понятно, отдыхаешь. Да. А чего? О. О, какой у тебя петух красивый-то. О, какой красавец. Да. И клюется еще, да? Я гляжу, у тебя на коза в хозяйстве имеется. Нет, это не моя. Вот тот, который там идет. Вот. Мамка-то как? Вроде мамка у тебя еще была. Померла. Померла, да? На царство небесное. Ага. Тут и рассказывал, до пенсии не дожила. Ага. Месяц до пенсии у меня оставалось. Не дожила. Сколько сейчас пенсии-то платят? По более 9 я получаю. Да, хватает? Хватает. А ты постоянно здесь живешь, да? Да, постоянно. А ты же здесь родился вроде, да? Да. Я же сам отсюда, родом отсюда. Я же отсюда и в армию уходил. В 78-м году. В 78-м в армию пошел? Да. А я в 78-м родился. А я в армию пошел. Понятно. Теперь и бабка там похоронена. Вместе с сестрой. На поле там могила. Да. Там бабулька у меня лежит тоже. И у меня тоже там же. Обе сестры там. Одна и другая. А ты один остался, что ли? Да. Нет. Есть еще у меня есть. Хватает народу. Ну, хорошо, не один. Нет. Остальные все в Питере живут. Сестра в Питере. Зять в Питере. Племянник в Питере. Племянница тоже самое там же. Вот так. А мы катаемся. Смотрим. Видишь, трава большая уже, монеты тяжело искать уже есть. Да. Трава уже большая. Большая. Здесь-то много в деревне живет народ? Нет. Втроем? Да. Вот он, я. И там в крайнем дому, где пчелы. И там, и все. Ух ты. Ласточки. А давно эта деревня-то? Чего? Вот эта деревня давно? Старая. Давно. Старая вообще, да? Да. Я родился в 57-м. Извини, сколько? Мне уже 60 лет. И вся эта деревня. Еще раньше деревня была. Вот в этом доме сколько жили. Отцов дядька здесь жил. Тоже не знаю. Отец на похоронах не было, когда он помер. Он еще в этой церкви певчим был, когда работала церковь. Вот. Тоже никого не осталось. Да, мы же в прошлом году были. Да. Дома стоят, хорошие еще, никого уже нет. Не, никого. Да, вообще старики, никого. Старики помирают, а молодежь не идет. Так вот и разваливается. Сколько он еще простоит? Года 3 и свалится весь, да? Наверное, да. Заброшенный дом-то, да? Этот заброшенный. Можно посмотреть его? Бесполезно, туда лучше не рисковать. Я сам не захожу, да? Может обвалиться. И я не рискую. Ой, какой ты красивый петух. Ну да, она такая вроде с виду. Ничего. С виду вроде ничего. Да. А там все обвалилось. А здесь еще Почта России была, что ли? Чего? А, нет, это ящик почтовый. Нет, это ящик почтовый. А, я думал, здесь почта еще была. Нет, почта была. А, ну вон чердак, да, весь. Провалился. Уже все. Да. Больше туда и не рисковать, опасно. Обвалится, да. О! А мы полов, наверное, нет. Обвалился. А, обвалился уже, да. Да. Чего? Я смотрю, петуха снимаю. Они еще... Что, поедем мы? Давай. Поедем домой, на вон тебе гостинцу. Вон, ветчина там, чай, конфетки, макарошки. Покушаешь, ладно. Все, давай, не болей. Счастливо. Там, если соседку увидишь, Инку, вот этот крайний дом, с этой стороны от дороги. Она моя родственница. Хорошо. Скажи, твоего видели. Хорошо, передадим. А ты скажешь, были у него в бревне. Хорошо. Передавайте. Хорошо, счастливо. Давайте. Давай, удачи. Давай. Удачи, пока. Ага. Вот так, ребята. Дедулька один. Пошел гостинцы смотреть. Собаки с ним туда. Да, мы там собрали несколько таких наборов. Именно вот, ну, стариков в деревнях встречаем, чтобы там макарошки, там консервы рыбные, мясные, конфетки какие-то, чай, то есть вот такие вот вещи, чтобы стариков порадовать чуть-чуть. Да. Ну вот. Пошел радоваться. Все, мы поехали дальше. Нас ждут великие находки. Ну вот, ребят, лось. Побежал. Лосик от нас. Лось пробежал, что удрал. Глупый. Побежал, побежал. Давай. Побежал. А ладно. Рыба тут, ребята. А, это вот плотина, мы сейчас по ней заберемся. Заодно ее расфигачим. Вот она. И плотина, попробуем. Нормально мы ее подразобрали, да? Так, смотри. О-хо-хо! Хорошо, дальше. Но надо еще. хотя ее нету. О-ха-ха-ха, ребят! Посмотрите, вот это поток бурный, бурлящий. Ёлы-палы. Вот это... Нас ранили! Меня вода обратно скидывает. Это я чё раньше заехать-то не мог? Это просто Мишка в вездеходе сидел. О, как, ребят, вскрыли мы плотину. Шикарно просто. Представляете, сколько там сейчас это самое. Здесь, во-первых, болото подсохнет. Эти бобрятины, они опять это самое, плотину сделают. Это ненадолго. Ну, за пару вечеров, да. Это старый слайдер. Это вот тут, скорее всего, тут разгорают. Звезды поймали. Толка нет. Нету крыши? Нет, толка нет. Вот деревня. Вот, ребят, деревня, один дом. Оставшийся один дом. Аккуратнее, гвозди могут быть. Крыльцо бетонное. Какие-то тут кулаки проживали. Да раскулачили их. Не, Миш, есть чердак, лестницу неси. Мишань, есть чердак? Так, а вот здесь? Слышишь? А вот здесь, сюда, всего. Ну здесь он упал, да. Здесь он упал. Смотри, как бревна лежат. Да, дом-то такой был мощный. Хороший, он там есть. Хороший большой дом был. Крыша перекрыта уже, правда, без дранки. Смотри, ну смотри. Дубовый паркет может быть. Вверх смехом сейчас. А какой-нибудь может быть даже. Да не, вагонка какая-то просто. Не, это знаешь, что такое? Это бамбук. Да ладно. Это бамбуковый паркет, из которого сделали поддон. Какой-то вандал сделал поддоны. Нормально, ребят, да? Поддоны из бамбука. Почем принимают сейчас, никто не знает, почем. Слушай, ну это очень хорошая штука, он очень прочный. Бамбуковые поддоны почем принимают сейчас? Никто не знает. Ну эти переводы диаметром, наверное, сантиметров 40 переводов. Чтобы оно заглохло. А можно уже просто заглушить. Мне кажется. Ёлки-палки. Ничего, вроде еще держится все. Вроде, ребятки, еще держится все. Печь обвалилась. Жалко. Жалко. Хорошая печка была, жирная. Так тут-то, видал, тоже пол из чего был? Да, я видел, там плита какая-то. Нет, паркет. Такой мощный домин-то. И поддоны из бамбука, ребят. Такой. Ты где, Мишань? А лестница где? А? А, вот. Ну все, ребятки, будем сейчас... Да? Вот я же говорю. Мощный дом. Сейчас покажем, как русская печка изнутри выглядит. Давай, Мишаня, рассказывай. Здесь вот. Вон там горел огонь. Здесь у нас шибер стоял в этом месте у печи. Вот. Раньше труба была. Да, раньше здесь мылись. То есть, ну, сюда залазили и мылись? Да, протапливали печь, вычищали залу. Да ладно. Да, забирались вот сюда, вот в это пространство забирались. Вот. Сажей мылись? Ну да, и сажей тоже. Сажей мылись потом. А как отмываться там, потом? Смывались и все теплой водой. Внутри было, ну не до одури, конечно, топили печку. Внутри было тепло, там можно было подать, попариться, почистить. Ничего себе. Вот так. В эту штуку залазить. Я туда не помещусь. Только если только запчастями. Нет, на картах. И на картах не помещусь. Ну как ты, представь, меня туда засунуть? Не, ну и печки побольше. Это маленькая, небольшая печь. Это такая детская печь, да? Ну да, то есть у русской печи-то нет, но она тоже русская. Понятно. Китайская печь. Для китайцев. Ну что, пойдемте. Опять пришло время для нашей лестницы. Сейчас мы ее будем разбирать. Миша, держи камеру. Ой. Сейчас мы вам все покажем, как себе работает. Все очень просто, ребят. Ставим. Оп, и погнали. Блин, не так я начал разбирать. Ну ладно. Да. Надо было сверху просто начать. Ну так прочнее даже. Вот так вот. Все, я полез. Я полез, но тут нифига нет. А вот тут эти. О, ласточка вылетела. И бамбуковые поддоны. Поддоны, да. Как ты угадал? На камеру держи. Сейчас, подожди. Что-то мне тут покажу. Всем покажу. Что удобно с лестницей. Вот, ребят. Вот такой здесь чердак. Крыша перекрыта. Подложки не вижу я. Здесь одни пружины-мужины. Все как бы... Не знаю, смысла никакого не вижу здесь копаться. Здесь уже, наверное, все... копано-перекопано. Но тем не менее, мы сюда забрались, мы посмотрели и показали вам. Пошли вниз. Для этого меня ждет крутая лестница. Кто захочет себе, ребят, такую лестницу купить, ссылочка в описании будет. Ссылочка будет в описании, будет скидочка. У-у-у. Будет скидочка. Вот такая вот красота у нас длиной 3,2 метра. Как работает, сами видели все. Сейчас я ее быстро соберу. Собственно, все. Лесенка готова к эвакуации. Мишань, ты металлик мой забрал? Ага. А все, здесь ловить нечего, мы едем дальше, ребят. Нас ждут еще очень много разных интересных мест. Очень удобно, видите, 150 килограмм нагрузки, высота 3,2 метра. Ссылочка в описании, кто хочет такую лесенку себе в хозяйстве и на копе сгодится. Поехали дальше. Вот, ребят, какой-то колхозный амбар был когда-то. Осинку как обгрызли лоси. А их специально здесь оставляют, походу, чтобы они снимали всю эту кору. Ох, как здорово, ты посмотри, а? Красиво. Хорошо. Хорошо, но так, ничего, конечно, для нас. Ну, смотри, сюда не переезжал никто. Видишь, у меня такие станки. Давно переезжали, может, вода упала. Смотреть надо, конечно, но опасно. Пойдем заглянем. Опасно, это же интересно. Мы врубаем турботаймер для того, чтобы турбина долго и хорошо работала правильно. Ее надо остужать, то есть каждый раз надо после какого-то проезда минутку-две давать поработать вездеходу. У нас есть вот такая кнопка, мы ее нажимаем и выключаем зажигание. Все, теперь через 3 минуты двигатель выключится сам и зажигание вырубится. То есть. И в то же время сейчас на холостых идет протяжка вентилятором. Ну а ты будешь монеты чистить, он сапог кушать хочет здесь? Я хочу монету размером с лошадь. Ну, чердак-то здесь есть. Чердак есть, мои доски даже, смотри, живые. Шкаф, смотри. Шкаф горизонтальный. Горизонтального постоя. Ну, чердак. О, полы ушли. О, ласточки. Где-то у них здесь гнездо, значит. У них тут класс. Да, две штучки, две ласточки были. Две ласточки, красоточки. Да, здесь швах. Что, Миша, не скажешь, домик-то старый. Домик старый. А кто в сундуке живет? Много еще подался. Малеха, ты пуканул, да? Да. Все-таки. Это хорошо. Ну что, ребят, пойду я проведаю вот этот чердачок. Мне кажется, там, конечно, кто-то уже был. Взял вот лестницу и металлик. Пойду посмотрю. Угу. Наша чудо-лесенка. Готово. Оп, все. Стоит прочно, надежно. Отлично. Металлик вешаем сюда. Так, поближе даже. И полезли. Спокойно, без кипишу. Без кипишу. Так, что тут у нас есть? А ничего тут у нас нет. Дранка. Гнездо ласточек есть. Так, вот это. Блин. На эти конструкции лучше не наступать особо и на них не надеяться. Вообще все, вся крыша ушла вперед, ребят, поэтому надо очень аккуратно здесь ходить. Сейчас посмотрим, пошуршим быстро металликом здесь. Что это такое? Это у нас металлическая пуговица. Не старая, но тем не менее это не может не радовать. Ребят, ну чё, вот я нашел царя. Посмотрите, какой сохран. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ух-ух-ух-ух-ух. Сейчас я вам скажу. 903 год. 2 копейки СПБ. Шикарно, шикарно. Шикарно. Вот вроде такой чердак мертвый, а не битый. Ну вот я и монетился. И как сразу царем. В 1903 году в России Циолковским были закончены исследования мировых пространств реактивными приборами, основополагающий труд по космонавтике. Впервые изложены научные основы ракетно-космической техники. Предложена пилотируемая ракета на жидком топливе, кислороде и водороде. Монитос, конечно, вообще. Так, пока Герасим Васильевич смотрит, что там на чердаке. Улыбнулась ему там удача в виде хорошо сохраненного царя, в виде 2 копеек. Я посмотрю, что здесь в плодородных землях есть. О, ребят, нашел лампу. Интересно, они нужны кому-нибудь? Нет вообще эти лампы? А, от телевизора или от радиоприемника какие-то. Наверное, нужны кому-то. Ладно, положим сюда. Пусть лежит. Вдруг кому надо. То здесь опять монета звенит. Правда, монета. Царь опять. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока.